начале января публика узнала о том, что фигурист ушел со льда в больницу. Попал он туда в тяжелом состоянии и был сразу отправлен в реанимацию, а также подключен к ИВЛ и ЭКМО. Друзья и родственники предпочитали не разглашать детали болезни Романа Костомарова, поэтому поклонники опирались на данные, появляющиеся в СМИ. Правда, новости о фигуристе за все это время были очень тревожные. Писали, что он лежал в коме, из-за некроза лишился конечностей, перенес не один инфаркт, а его органы стали отказывать. Однако на днях о состоянии спортсмена появились хорошие новости, а озвучил их его коллега и близкий друг Илья Авербух. Исходя из его слов, можно сделать вывод о том, что после всех пережитых испытаний Роман Костомаров отмучился и медленными шагами идет на поправку. При этом данную информацию он получил не от жены больного фигуриста, которая не отходит от него ни на шаг. Об этом сказал сам олимпийский чемпион в последнем голосовом сообщении, которое он записал друзьям из больницы. Именно благодаря ему последние слова спортсмена были обнародованы. Как рассказал супруг Лизы Арзамасовой, бодрым голосом олимпийский чемпион отшутился, мол, сейчас врачи его подрихтуют, и он ко всем вернется. Так что, вполне возможно, совсем скоро Роман Костомаров выйдет на связь с поклонниками, которые за него переживают.